Человеку с буквы К по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Значение буквы О сообщает обладателю имени, развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Звук Б в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Они способны с легкостью начать любое дело, но иногда падают духом, отходят в сторону и пускают все на самотек. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Их энергетика настолько сильна, что если не направить ее в добрые русла, может проявить себя в виде нервозности и вспышках гнева. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук Б в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Энергия владельцев этого имени усиливается или ослабевает в зависимости от их окружения, поэтому им стоит тщательно выбирать друзей и товарищей. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.